Простатит, аденома, рак предстательной железы, мочекаменная болезнь и половое бессилие. Урологические заболевания. Как и где их лечат в Мурманской области? Смотрите сегодня программу «Точка зрения» в 20 часов на телеканале «Арктик ТВ». Заболевания мочеполовой системы и новейшие методы лечения, камни в почках и онкоурология. На вопросы журналистов и телезрителей отвечают ведущие урологи Мурманской областной клинической больницы. Мы можем оказывать помощь и онкоурологическую, и при мочекаменной, и при аденоме предстательной железы, выполнять различные эндоскопические операции. То поэтому мы очень востребованы. Кому обращаться, куда идти на прием, сколько ждать операции, группы риска, кто наиболее подвержен урологическим заболеваниям. Тенденция к росту и рака почки на сегодняшний день, рака мочевого пузыря, рака предстательной железы. Все это, вот так будем говорить, злокачественное новообразование мочеполовой системы. Симптомы болезни и методы лечения, народные средства и высокие технологии мурманской медицины. Это большое количество сегодня современного оборудования, которое позволяет, будем говорить, без оперативного доступа разрушать камни, которые потом выходят песком. Если этот диагноз звучит вообще как приговор, нужно верить врачам, идти и лечиться. Смотрите сегодня программу «Точка зрения» в 20:00 на телеканале «Арктик ТВ».